Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, Пикачу, Бульбазару, Фантом, как всегда, отличное настроение, пацанчики, скажите привет. Привет. Всем привет. Здрасте. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроники пугают охранника, карта FNAF 3, самая любимейшая, которая есть во FNAF'е. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. I am a candy cadet. Пацаны должны тут сделать себе калитку смерти. Вот такую, которая даже... Да... Слышь, ты меня сразу 150 хп отнял. Ого, ты псих. Давай, добивай меня уже. Добивай, добивай. Калитка-убийца. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем и мочим друг друга бешеной калиткой. Бабушкины калитки в действии. Ладно, ладно, давайте. Даю вам еще чуть обустроиться. Там же у вас еще есть... А вентиляцию? Вентиляцию тоже заделываете? Я поставлю. Давай, смертельная калитка 2.1. А мы пока здесь погуляем. Извини, извини, обстоятельства. Ой, ё-моё. Эй, ты чё с гранатой ходишь тут? Блин, у меня же жизни мало, 750 жизней всего. Ой, я аж застрял от взрыва. Там мои эти люстры шатаются по всей карте. Мы на этой карте очень давно не играли. Кстати, карты FNAF 3 где-то 6 разных версий. Это одна из них. Пацаны, вы там строитесь? Эй! Ух ты, 400 жизней осталось. Надо внимательно, надо крошку-крошку не подпускать к себе. А то он какой-то бешеный. Так, я слышу вас. Калитка в действии. Все четко. А что ты хотела с ножичком на меня? Не получится. Еще твою трубу буду пинать. Ты маленький. Закрывай! Пацаны, ну что вы? Пригвоздитель не работает против меня. А нет, ты не попал по мне просто. Отлично, Бульбазавр, молодец. Мочи своих, мочи. Тебя забанят потом в следующий раз. Ух ты, калитка мне по жопе дала. Нифига себе. А блин, меня пригвоздили. А ваша калитка ничего мне не может сделать. Тихо, я вспомнил. Ты чё оружие такое жестко берешь? Давай. Туалет придавил Бульбазавра. Так и можно эту дверь удалить? Её нельзя удалить. Карта очень маленькая, но мне нравится она. Гори. Я сожгу тебя. Слышите меня? Нет. Я слышу, что кто-то горит. Это я горю. Я по вентиляции иду. Нету тебя на вентиляции? Нету? А, нету вентиляции у меня. Слышишь? Да. Какие-то звуки еще издаю? Нет. Я готов тебя убивать. Одинаковый звук. Это тоже звук такой же. А зачем вы дверь удалили? А ее никто не удалял. Я знаю, где ты. Где? Я же добрый. Рубль не работает. Дамажу, дамажу, дамажу. Я дамажу, кстати, по чуть-чуть. Ай-яй-яй. Убил. Блин, да ну нифига себе, ты меня уничтожил, а не убил. Это не убийство. Это издевательство над игроками. Так, маленьком Фредди. Давай, иди сюда. Ой, чё-то дамажу неплохо. У меня жизни нереально много. Крошка. Ты молодец, что ты всех дамажишь. Это обстоятельства. Ты не представляешь, насколько у меня много жизни. Я даже не знаю, как ты меня можешь убить. Ух ты, надо валить. Не убежишь далеко. Все, я понял. Миссия уничтожена. Успешно. Ух ты, аж немножко пролагала. Монетка не работает. Не успел. Нормально, да, пацаны? Гимнастический. Жестко. Я иду. О, ты оружие это взял? Да. Оно не поможет против тебя. Ну конечно, я же за угла могу мочить тебя. Я же псих.
Никто не может убить этого аниматроника. Я хожу как охранник, руки за спину. Ты ё-моё. Ну а что ты хотел? Ну жёстко. Монтировка хотел меня убить. Ещё бы чуть-чуть и попал бы. Ещё бы чуть-чуть. Боже. Ну надо да. Надо тебя найти. Вы сможете, пацаны, я вас верю. Я здесь на крыше, я тут дом себе сделал. На, лови. Ой, ой. Так. Лови. Давай, давай, кидай, кидай. Чпоньк. Отлично. Вот это они хотят меня уничтожить. Но у вас, пацаны, ничего не получается. Так, 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 отлично. Чинк, чинк. Я принес себе коробочку. Чинк, чинк. Ах ты. А чё я умер? Получается, я в ком-то появился, что ли? Я взорвался вместе с тобой. Не получилось у тебя. У меня 10 тысяч жизней, осталось 9500. Не подходите ко мне, я здесь этот орудую. Я самоубиваюсь, взрываюсь. Так, подождите, тут столько аниматроников классных у нас есть. Так, я по вентиляции лажу. Кстати, прикольно у него этот. Анимация классная. Пацаны хотят меня выкурить. Не-не-не, не получается. Ух ты. Ой, так ты нечестный. А что вы делаете? Друг друга мочите? Нет. Да я вижу, крошка-крошка, не кидай гранаты эти красные, ты убиваешь своих. А я пока полажу. Нормально у нас все. Все проходит четенько. Пацаны пока убивают друг друга, а мы здесь походим. Ого, граната взорвалась. Извини, обстоятельства. Я попал шаром? Нет, нет, не попал. Ладно, попал, попал. Но жизнь... Ой, а что-то меня подлагивает. А, это оружие вы взяли. Не берите его, пожалуйста. Сейчас мы возьмем другого аниматроника. Кто у нас тут еще есть? Что-то не дамажат твои шары. Я так медленно иду. Так, я нашел, режим. Что против тебя взять. А что, что, что? Сейчас увидишь. Ой-ой-ой. Убил. Ты бессмертный. Нет. Я умер. Только анимация звука идет до сих пор. Хорошо, пацаны. На том месте идет. Вы прям хорошо, вот знаете, прям мочите меня. Давайте, испоганьтесь. Мы испоганимся. Ну блин, ты ее сзади убил. Я пошел, да. Я псих. Да не, я что за... О, я звуки классные издал, слышите? Ага, хорошо, хорошо. Да вы задрали! Так, я позвал своего друга чужого. А что вы так мочите? Я тоже хочу вас убивать как-то. У тебя не получится убивать. Ну вот, смотри, одного нету. Я съел его. Вот еще одного съел. И еще одного съел. Кто? Ух ты! Офигеть! Чуть не умер. Классно, мне получается вас убивать. Нечестно. Честно? Как это нечестно? Это незаконно. Я же чужой, я могу убивать вас. И меня с офиса убил. Да это невозможно. Это возможно. Нет, у меня и крошка-крошка не светилось имя, я тебя не убивал. Так, где вы? Вы спрятали.
Ух ты, еще б чуть-чуть. Ё-моё, меня калиткой прибило. Почти попал по тебе. Отлично. Отлично, ребята, я сегодня очень голодный, вы такие вкусные все. Так. Ах ты, вот так вот значит, да? Хи-хи. Так, 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 я знаю, ты оружие взял, это читерское. Я тебя сейчас одного высмокну и убью. У тебя ничего не получится. Да. Ну не стойте возле меня, я же вас всех убью. Да блин, я режим полета хотел отключить, вы меня убили. Я вам поддаюсь, пацаны, вы понимаете, что это подача идет? Мы верим тебе. Верите, да? Нет. Не верите. Нет. Сейчас попробую взять аниматроника, который невидимый становится. Ой, в жопе труда кто-то у меня оказался. Так, 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 так. Ничего не получится. Нормально. Все получается. О, да, ты взял. Да, скрэбэби взял очень жестко. Да. Кто будет выходить с офиса, будет умирать сразу. Я не дам никакого шанса. А как? Где ты меня убиваешь? А я невидимый сижу на проходе прям. С офиса. Получается, как только выходит кто-то, я сразу мочу его. Отлично! Тебя не было там. На записи посмотришь, я сижу невидимый. Хоть читер. Отлично. Ты не попадаешь по мне, просто не попадаешь. Классно получается, мне нравится. Мне кажется, ты убежал оттуда. Нет. Я тебе не верю. Почти успел. Вот я был. Я псих. Как я псих. Вот это вы там разошлись. Меня можно только убить одним оружием, очень мощным. Мозгой? Нет. Ой, ё-моё, на меня гранату прицепили. Давай, давай, пацаны, мочите его гранатой. А у меня много жизни, я не умру. А, мы тебе сейчас поможем. Ты же сейчас сказал мне, я очень жесткий аниматроникс. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, King of Fire, стаканчик мог. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Самую офигенную рубрику. Аниматроники пугают охранника. Я буду играть за аниматроника. И у нас сегодня три охранника, которые должны максимально показать живучесть. Потому что я буду сегодня неадекватным аниматроником. Если Петю кушать, приятного аппетита. А мы будем начинать. Не успел. Я говорю, сегодня жестко будет, готовьтесь. Не успел. Давайте больше перерыв буду делать, потому что это прям жестко совсем. Успел. Вот это ты уже молодец. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень крутое, и вам это нравится. Успел. Не успел. А зачем вы дверь открыли? Вы же видели, я стоял. Классно. Так, пацаны, я иду к вам. Классный звук. Закрыли, молодцы, молодцы. Тишина. Страшно? Неадекватный аниматроник побежал. Успел, не успел, успел. А зачем вы открываете двери? Или вы одновременно нажимаете? У вас там несколько человек, да? Я понял, что вы путаетесь. Но это в этом есть прикол.
Так, они с этого пака издают одинаковые звуки. Давайте возьмем где другие звуки. Идет, он стоит. Два режима, злой и добрый. Вот, я пошел. Иду, я иду. Убежал. Чуть-чуть не успели или успели, не знаю. На монтаже посмотрите. Ребята, напишите в комментариях, успели они двери или закрыть, или нет. Мне кажется, немножко не успели, там была щелочка. Я через эту щелочку рукой их бах и затянул к себе. Слышно вам? Нет. Пока что. А вот так вот. Прибежал. Золотой. Пирожков больше не продаю. Идет музыка? Нет. А я слышу, музыка идет. Злой. Так, 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 хорошо. Пирожки уже не продают, уходить. О, Чика пиццы поесть пришла. А поделиться. Хорошо. Не? Вот, блин, я думал, они двери открыты, они не хотят открывать. Хорошо, давайте, ребята, пойдем постараемся их обмануть как. Вы как-то не слаженно играете. Успел. Я просто буду бегать по кругу их мочить так. О, в этот раз не открыли, молодцы. Пойду на другую сторону. Я вас обманул. Что это? Это была обманочка. Это магия. Вы должны успевать закрывать. Это же как это... 600-я ночь. 500-я. Ладно, надо, можно было и успеть убить их. Может реально быстрый аниматроник? О, он дрожит так. О! А вот этот, слышно звук вам? Да, слышно немножко. Иду, иду. Ну, пришел. А видно меня через... А, блин, сильно близко подошел. О. О, вон стоит. Отметки кадра, аниматроник стоит в углу. Так, сейчас у меня есть анимация. Или нету? Вроде нету. Ты в бешенство вошел. О, вошел в бешенство. Так, да. Откуда ты знаешь, что это бешенство? Это очень злой режим. Это поломанный режим. А, я реально не могу двигаться в этом режиме? Класс. О, проснулся. Убежал. Так. А, блин, забыл! Так, пацаны, я вас сейчас обману. Это медленнее аниматроник, вы должны сейчас четко успевать. Я не открою. Все, я побежал на, на другую сторону. Идет ты в углу. Видно, да? Ладно, хорошо, хорошо. Видно и отсюда. Сейчас мы... Так, давайте реально возьмем быстро, потому что шансов вообще никаких нету у меня. Пока Димас там бегает, у нас есть информатор. Кто такой информатор? Я вас сейчас убью. Вашего информатора. Ты найди его. Думаешь, не найду? Нет. Я так ногой стою и делаю же. Я же информатор. Я вижу вашего информатора, вот он. Я его наказал. Как-то. Да, хороший был человек, охранник. ВИЧ. Охранника ВИЧ. Нет. Привет, пацаны, шо вы тут? Нормально все? Извините, это просто дайте на радостях, что я могу вас смочить на спауне. О, прикольно, это сами звуки на карте, кстати, сделаны. Марионетка, по-моему. Да? Нет, это Спринтрап, кстати. Спрингбонни. А,
Так. Кто у нас еще из аниматроников? Эндоскелет. Ого, он быстрый! Вот эта скорость у него реальная! Я буду говорить, ребята, вам атака, а вы должны будете угадать, с какой же стороны я бегу. Нельзя сюда информатором ходить, никому нельзя. Все, я атакую. Не угадали. Вот это сегодня какой-то бешеный аниматроник. Реально бешеный. Я атакую. Я вижу, челик идет. Я тебя вижу за ящиками. Это как-то сильно палевно, ты играешь? Так, и что ты будешь делать? Информатор. King and Fire, так, сидит на картофанах. Привет. Как дела? Так. А где у нас была, короче, Чика, которая классно танцевала? Сейчас мы их найдем. О, у нас же есть вот такие аниматроники, я забыл. За маленького чили-пиздрика. Пацаны, готовьтесь. За ноги буду кусать. Так, один вырвался на свободу, надо его найти и наказать. Так, может, он в туалете сидит? Я уже в комнате своей, ну да ладно. Я иду. Вот, блин, застрял. Да я в туалете уже. Ой. А, блин! Как-то странно он себя ведет. Да. Ой, я могу через окно тебя убить? А если ты голову просунешь, я могу тебя убить. Вот смотри. Прикольно сделано. Я не должна через текстурку уже замочить. Эй, придавили башку! Кстати, у меня 750 жизней, помогите. Давай, лупи. Эй, я прилип к двери, что ли? Эй, прилип к двери! Чё за баг? Не катайте меня так сильно, меня сейчас тошнит. Эй, ну... О, спасибо. Отлипейшн. Закрыли. Хорошо, давайте я буду вас убивать, когда я могу зайти к вам туда в офис прям. А, не успеваю, сейчас подловлю. Я же профессиональный аниматроник. О, видишь, не... Прощай. Отлично. Убил. Так, теперь я возьму, ребята, невидимого аниматроника. Закрывайте. Слышно вам? Ну, не очень. Музычка. Перед дверью где-то стоял. Видно было, да, меня? Ты по никнейму увидел? Да. Отлично. Читы. Какие читы? Я невидимый, просто за дверью сижу. Давай, высуни еще голову через стекло, давай. Высуни. Я тебя убью. Красиво обошел. Нельзя тут смотреть никому ходить. Побегу резко. А, прибежал. Давай, иди обратно, я сейчас резко побегу. Я убиваю всех сегодня. Да, сегодня охранники не такие, как раньше. Так, музычка. Ну чё, пацаны, вы признаете, что сегодня я самый сильный аниматроник? Или не признаете? Как это пока что? Напишите в комментариях, сегодня я жестко их мочу. Вроде бы и по-честному. Раз нет энергии, тогда одна дверь должна быть открыта. В следующий раз я буду так охранником играть, а один из вас будет аниматроником. Ну чё, давай. Ага, ты опять там. А ты, блин, я думал, вы все-таки с этой стороны откроете двери, и я красивенько проскочу.
Да блин! О, убил! Убил, отлично! Пацаны, я вам помог. А ты... Ну что, самый мощный аниматроник выиграл сегодня. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и Злая Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на всем. Давно меня никто не пугал. Ну что, Серега, я надеюсь, вы будете очень классными аниматрониками и не сильно меня мочить. Так что давайте по местам. Да. Тут куча вентиляции, не знаю, справлюсь я или не справлюсь. Еще, они еще и не закрываются, это вообще жесть. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. А мы начинаем. Так, давайте сначала проверим, кнопки невидимые здесь. Так, есть. О, я все закрыл. Так, ну что? Открываем пока не что. Так, я уже слышу, кто-то тарабанит по полам. Не ломайте, их только помыли. Смотрите, как блестят полы, очень круто. Прям просто крутецкий. Так, Димас, я слышу. Я иду за тобой. Я слышу. Только же вы сначала возле двери стойте, не мочите сразу. Ха-ха-ха, я успел. Я доберусь до тебя. Не-не-не-не-не, залазь назад. Есть, 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 есть. Блин, они со всех сторон лезут. Так, ушел, 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 отлично. Не ушел, отвали! Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение, потому что веселье только начинается. Так, ушли. Мужики ушли, открываем. Опа! Это какой-то звук очень стрёмный. Тихо, тихо, тихо. Блин, мне стрёмно. Тут паутина. Не помыли под столом полы. Ну что так грязно все. Мужики, мужики, мужики. Мне страшно. Какая-то карта очень стрёмная. О, я уже вижу аниматроника. Ну нафиг. Я успел. Так, никого. Отлично. Отлично. Ха-ха-ха. Тащим, тащим. Hello, hello. Электричество воровать не надо у меня. О, ну нафиг. Эй, убери гошку свою, я не могу закрыть двери. Хай, хай. Блин, отвалите. Отлично. О, фу, двери держат своими руками прочными. Так, поуходили, поуходили. Отлично, ребята, мне нравится эта ночь. Крутецкая. И карта классная. Серега, в конце мы сделаем сюрприз, который ты хотел показать. Конечно. Нажмем там кнопку, и карта начнет черным заплывать. Не знаю, мы давно показывали или не показывали. Два штуки! Да ну нафиг! Нет, уходи, я тебе дверь открою! Два левки пришло одновременно, да как? Да как вы так классно придумали? Мне еще такого ни разу не было. Ребята, напишите в комментариях, по сюжетке так должна быть или нет. Могут ли вообще прийти два одинаковых... Фух, я же запереживал, потому что пацаны классно нападают, мне нравится. Мне нравится, отлично. Уходи! Опять пятки подставила свои вонючие. Мангл лезет, ну пока надо лезет, батарейку еще будем экономить. Ух, ушла, отлично. Лезет, 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 где она? Здрасте. Тут все хорошо. Ребята, тащим, тащим. Фокси пришел. Фокси должен был сразу забежать, но это добрый Фокси, он сразу меня не убивает. Потому что начало ночи, дальше он, видно, жестко будет меня мочить. Так, все спокойно у нас. Все хорошо. Открываем двери. О, Чика! Все хорошо, хорошо, блин! Очень жестко, очень жестко. Да что за шум? А! Ты закрывайся! Она успела пролезть или нет? Да уходите от меня! Вот это класс, мне нравится. Фух. Можно расслабиться. Да хватит, вы такие жесткие мужики. Все, ушли, отлично. Не ушли? Откуда шум? Фокси! Фух, Фоксюхин, ты свой, я вижу. Очень добрый Фокси, отвали! Где он? А где он?
О, папа, где он пропал? О! Я зубы его вижу. Убежал. Стоит. Какой-то... О! Очень жесткий. Уходите. Так, ушел. Нормально у нас. Димас, идет твой старый добрый друг. Это кто? О, ну нафиг! А, не успел! Ах, ребята, затупил. Ну реально, да, ну не успел. Ну что, ну да. Я запереживал. Колени затряслись, блин. Ну что ты? Ты же добрый. А нет, не добрый. Я вижу, ты зубами шевелишь. Здесь у нас все хорошо. Отлично. О, да как ты пролез? Да ну нафиг тебя. Там кто-то ходит. Офигеть, они ходят по пиццерии, ищут меня. Ну нафиг. Ха-ха-ха, класс. Опасно очень, ребята. Что-то режим заедает у меня. О, я слышу Балору. Музыка играет, класс. Так, надо проскользнуть в другую комнату сейчас. О, песни поет. Это реально жестко, Серега. А мне понравилось скрываться от нее. Серега, давай нажми ту кнопку, повыживаем. Только пошли вместе, как обычно, так как положено, пошли. Так, ребята, мы идем нажимать секретную кнопку в секретной комнате. Секретную дверь. С секретным человеком. В секретном ролике на секретном канале. Ну, давай. Ого, видно, давно не открывали, ржавая очень. Да. О, все, ребята, смотрите, что сейчас будет там лезть. И звуки такие страшные, реально как хоррор какой-то. Да. Так, надо сразу сюда лезть потихоньку, потому что она будет за нами нас. Давай, Серега, погнали. Если тебя сожрет, то... Да, это будет жестко. Ого, уже здесь, смотри! Да. Так, давай, так лезет. Давай, бежим отсюда. Ой, блин. Ой, и Фредди! Серега. Давай, Фредди, спасайся! Ты наш человек. Нет, ты кабаки. Отлично, ребята. Звуки такие неприятные, реально. Стенка, Димас, черная стенка. Я вижу, с этой стороны черная стенка. И с этой, ребята, ну все, нам конец. Сейчас что-то будет очень страшно. Мы все умрем. Возможно, и не все. Они все так. Серега, как ты думаешь, что будет? Не знаю, Димас. Так, надо посередине прям встать, чтобы прям ноги и кишки все одновременно кол. Прощай. Пошли на того челя! Серега, пошли на того челика. Пойдем. Фонарик работает, но не светит. Так, здорово, челик. Здорово. Мы как-то давно играли на этой карте, но не помню, было это или нет. Добро пожаловать, странник. Next. Сейчас надо на. Серега, прыгай вниз. Нет! Я извиняюсь, что говорю тебе это, но вы сломали карту. Она сломана сейчас, и здесь больше нет ничего. Мы увидим. Все обратно. Навсегда. Нажимай. Ну? Нажимаю. Может, прыгнуть надо? Ну, не знаю, прыгай. Ого, звук такой прикольный. А где вы? О, где это мы? Что-то у меня все красное. Я полетел... Ой. А, ты поехал сюда в одно и то же место. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Даниэль, Дар Драгон, Данжен Черри, Секрет. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте, Сеня. Здорово.
Давно у нас не было рубрики, всего несколько дней. Аниматроники пугают охранника, и особенно вам нравится тогда, когда я играю за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Все, пацаны, марионетка готова. Какие у нас есть мы функции? Тоже. Очень детализирована марионетка. Смотрите, прям как видно впадины. То, что она вот такая вся рельефная какая-то. Ну, погнали. Кто не успеет закрыть двери, тот не успеет ничего. Не успела акула закрыть двери. Вы же внимательно смотрите. Зря ты здесь ходишь. Сегодня я очень жесткий аниматроник. Готовьтесь, готовьтесь. Марионетка сегодня неадекватная. О, я даже вот такой могу конченый походняк делать. Такой звук классный, когда она тык-тык-тык-тык. Мне нравится. Закрыли дверь, да, все-таки успели. А я иду теперь на ту сторону. Спасибо. Эй, ты что, меня видишь? Да. А вот так вот. Ха-ха-ха, я прям через стекло пролез башкой своей. Эй, на! Нельзя быть на той стороне окна, ты шо? Буду мочить каждого. Так, давайте другого аниматроника, который реально классные звуки издает ходьбы. О! Слышите? Да. Во! Вот откуда? У меня есть. Пацаны, смотрите внимательно. Ой, здравствуйте. Вот блин! Еще бы чуть-чуть. Да как догадался, что я сейчас вылез резко? Господи. Классный аниматроник. Очень крутой. Ребята, напишите в комментах, какой ваш любимый аниматроник. Мой любимый Лефти, потому что идти на работу, это всегда очень круто. Привет! Пока. Что за чудо? Я буду сидеть здесь и смотреть, как вы работаете. Эй, нельзя так убивать друг друга. Я вас должен убивать. Ой, дурак. Ой, дурак, мне нравится это. Так, есть, каждый раз, когда я буду убивать... Я буду брать другого аниматроника. У тебя кекс сквозь дверь просвечивается. А, видно, вот блин, палевно. Здравствуйте. На, хавай. Будешь хавать, на. Да, буду. Похавай. Классно, что я не подсвечиваюсь. Очень странно. Кто будет выходить, будет получать по морде. Нельзя выходить никому, только я должен выходить. Как ты убил? Мы уже за дверями. А я случайно нажал атаку, а этих аниматроников бьют через стены. Один косячит, умирает все. Вы же знаете, двери открыли, не убивает же того, кто открыл, а убивает всех. О, что я могу? Слышите? Да. Воу! Кто помнит эту фишку? Я помню, я хотел прийти к раззабошку. Только тебя за километр видно. А чё? Вы двери не успели закрыть. Мимо. Поздно, поздно закрыли двери очень. Следующий идет. Взяли двери, открыли, когда я подошел. Есть еще один вариант. Маску можете одевать. Теперь я буду убирать выборочно. Тот, кто будет без маски, буду мочить. Так, кого у нас еще взять? У нас такие классные аниматроники. А у нас еще есть... Кто у нас... О, я помню этого. Анимация, погнала. Встаем. А вы камеры можете нам чека, да? Прикольный звук. Побежали. Чего так медленно бегает? Очень странно. Слышите, бежит. Опа, а что со мной? Откройте мне дверь, зачем вы меня тут закрыли? О, Я бегу за ним. Нет! Вы... я бегу, убийца бежит. А, говно, успели. В последний момент, еще чуть-чуть, я уже хотел прям... О, я могу на картофанах успеть по двери подлезть. Не надо. Беги, Димка, беги.
А я могу что-то еще сделать, подождите. Ах ты. Я увидел, там кто-то бегает. А ну иди сюда, подлец. Так, давайте... А, я не могу другой режим включать, надо время определенно. Ах ты, негодяй. Сейчас я другой режим включу, сейчас. Тебе не покажется мало. Отлично. Вижу еще. Быстрей. Опа! Ну что ты? Извините, кого зацепил, не хотя. Побежали сюда быстрей. Да блин, ну что вы успеваете? Молодцы. Респект вам. Не ломай стекла казенные. Ну, блин, я хочу подлезть под дверь. Так хочется залезть к вам туда. У вас так тепло, впустите меня погреться, пожалуйста. Ну, впусти погреться. Ну, открывай двери. Вот, блин, палит. Ха-ха-ха, видно, да, меня? Мастерики. Я не могу удалить эту дверь? Ой. А, эту дверь нельзя удалить? Да нельзя вообще попасть. Ладно, понял. Вы мне не до... Шансов нет у меня за этого убить вас. Попробуй в другую сторону. Так, буду на сцене пока стоять. Чекните сцену, ребят. О, четко, видели, как встал быстро? Пошел. Убийца, псих. Сбой программы выполнен успешно. Вижу. Дверь, секрет, уходи, он сейчас оттуда пойдет. Ну. Да блин, последний момент. Вы что, мне гранату сюда кинули? Вижу убийцу. А что ж ты хотел-то? Это убийца очень сложный. Дверь, кто закрывать будет? Так, офигенная серия. Мне очень нравится эта рубрика. Не в лифте, блин. Так, кого еще взять? У нас очень классные аниматроники есть. Очень. О! Ты что делаешь? Я вылезу, сейчас тебя убью. Опа! А ну иди сюда! Иди сюда, злодей! Я бегу на трех лапах каких-то странных. Успел. На ту сторону бежим. Я успеваю! Ну чё, кинул вам всем, кстати, скримеров накидал вам. Эй, ты чё делаешь? Сейчас. Дверь. А, это свой был. Так, смотри внимательно. Спасибо, секрет. Сейчас не лагает. Так. А вот тут если? Впустите. Че я не вылажу? Благодарю. Ой, горизонт грязный. Молодец. Ой, блин, не то нажал. Ты че, в моей пиццерии решил ходить? А ну иди сюда. Кинул скримачок и убил сразу. Так, кто у нас тут еще есть такой классный? Я. Точно. Так, кентафурик, я пошел. Опа, делаем злой режим. Ты за кого? А сейчас увидишь. А, здравствуйте. Не открывай. Ждем, ребята, как только они откроют, я сразу побегу на shift. Я это сделаю очень быстро. Вот ты. Я же сказал, я это сделаю очень быстро. Это была атака ниндзи. Аниматроник большой, но при этом у него очень большие возможности. Воу, третий режим, очень злой. То был злой, теперь очень злой. Приближаемся, идем. Очень классный аниматроник, прикольный походняк у него.
О, я звуки могу крутые издавать. Я приближаюсь к охранникам. Они молодцы, все. А, это не нравится мне. А я что-то не понял, а против тебя фонарики не работают, что ли? Работают, я ухожу. Отползаю, отползаю уже. Мешает. Слышишь, ты? Нельзя так делать. Давайте проверим, Фокси меня убьет или нет? Ах ты, блин, Фокси вонючий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаны, сейчас придет еще один злобный аниматроник. Кого дверь, мы возьмем? Откройте дверь. Фокси давно не было. Тан-дам, тарадам, дам-дам. Ах ты злодей, злодеевич, иди сюда, ты думаешь, ты убежишь от меня? От меня еще никто не убегал. Бежим, 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 пацан. Успели, хорошо, на ту сторону бежим. О, есть другой режим? О. Дверь! Вот это убийца. Еще что за режим? О, режим мега злой. Все, пацаны, можете меня мочить. Погнали. Все против меня, можете по всей пиццерии меня мочить. Давайте, кто кого. ПВП, один аниматроник против всех аниматроников. Охранников. Надо болить, надо валить. Так, я в свою коптерку забегаю. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Все давно просили рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, пацаны, вы готовы проигрывать? Да. Идите на рабочее место. А ну все быстро. А ну быстро все. Так, давайте мы возьмем себе для начала самого классного человека. Можете мне там ловушки всякие прикольные ставить? Да. О, я взял очень скрипучего аниматроника. Говорят, что он очень добрый, когда не кусается. Скрипучий, вонючий. Не, он пахнет, я его смазал. Так, идем, идем, идем. У меня... Так, подожди, а кто тут ходит? Кто в мастерской? Никто в мастерской. Я могу невидимым вставать. Вы что там ловушки мне новые делаете? Эй, ты чё тут кинул? Я её съел. Ха-ха, я могу бомбы кушать. Так-так, я сейчас попробую пройти как-то и не зацепить ни одной бомбы. Ух ты, ого, меня... Чё так откинуло сильно? Ничего себе. Потому что это толкательные бомбы. Толкательные бомбы? Я запомнил. Так-так-так, давайте аккуратненько пролезем. Привет. Я тебя знаю. О, о. Че, видно мою бошку? Да, впустите меня, я добрый. Уходи. Так, я пошел, убил двоих охран... Не, я еще должен был третьего убить. Хорошо. Я давайте живой. Возьмем. Сейчас, Серега, мы это все исправим. Это легко исправляется. Я сейчас позову своего друга. А я еще прыгать могу? Видите меня? Эй, ты че стреляешь по мне? Так, надо как-то их красиво напугать, чтобы они меня не видели. Есть у меня один метод. Секретный. Так, давайте возьмем. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть у меня на примете один незаметный аниматроник. Вы че у меня гасите? Я еще новый. Так, ребята, сейчас мы их красиво напугаем. А! Иди сюда! Блин, не успел. Убил? Нет. Не убил, да как? А, блин, я теперь не выйду, мне гранаты набросали. О, я вижу, что вы делаете. Привет. Я не могу убить, я застрял. Ах, поджопник. Кто мне посрачников писал? Блин, да я в дверях застрею. Мои зубы новые. Вы меня посрачами сейчас убьете. Я еще так никогда не умирал. Блин, смерть от посрача, это очень стыдная смерть. Я сейчас всех убью вас. Есть, 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 есть.
Серега, тебе монтировка залупил кто-то из своих. Вы что творите? Как вы вакханальщики? Так, у меня половина жизни осталась. Что я могу еще делать? Прыгать могу. А, я могу тпхаться? А чё не могу тпхаться? А, могу. Вы там набросали какие-то ящики вонючие? Чё это ты набросал, Серега? Оно пахнет как-то невкусно. Чё там в ящиках лежит? Ого, я сразу умер. С плюштрапа выпил Фредди, нормально. О, привет! Отойдите, пацаны, то я вас буду спамниться. Хорошо, давайте еще кого-нибудь возьмем. Так, давайте возьмем. Во! Волчара идет. Вы знаете волчару? Он очень добрый. Волчару? Да. У меня подарок тебе. Я такой негодяй. Смотрите, кто тут. Нормально? Пойдет, да? Так, аккуратно. Проходим. Да вы... А, у меня столько жизни, у меня это не берет штуковина. Волчару ничего не берет. Блин, эта пиццерия для волка очень маленькая. У меня по пояс тут все очень мелкое. Что такое? Да хватит меня мочить, пацаны, я же добрый. Кто кого еще пугает? Хорошо, давайте я возьму телепиздрика. Ого, вот тут забросали. У меня лампочка колбасится, дискотеку устроила. А сразу это харбас. Ух! А этот мишка что ли не убивает никого? Чё за... Блин, меня отталкивает. Хорошо, этот мишка не убивает. Давайте, знаете, кого возьмем? О! Вот это скорость. Вот это сила. Блин, у меня 1000, я смогу пролезть? О, я могу тпхаться! Так. Мангл лезет. А я вижу, что вы делаете там. Так, пацаны друг друга мочат, очень странно. Случайно. Привет. Вентиляции не хватает, было вообще прикольно. Чё ты там скинул? А, не попал, вот ты косой. Косожопый. Не попал. А, не, попал. Блин, что-то много отнимает эту штуку, больше 100 хп. Ай, блин, я ж дернулся, чё мне так пугает? Я, блин, дернулся реально на стуле. А, косожопый. Косой. Ай, в спине торчит. Я тебе отомстил. Чё, а кто еще с копьями на меня? Я никого не боюсь. Я, конечно, немножко механизм потерся, но ничего. Я не с копьями к тебе пойду. А с гостинцем. А я вижу, что ты делаешь. Я реально вижу. Ты с четырехствольной базукой вышел. Ай, блин, отвали. Что за дерзкие охранники мне попались сегодня? Я их должен пугать, они меня мочат. Давай, иди сюда. Я успел убить тебя. Ух ты. Накачали оружие куча, теперь можно издеваться, да, над Димкой? Давайте. Мне нравится. Ух ты. Блин, такой эффект прикольный. Хорошо, надо взять аниматроника, который может их всех на место поставить. А что это за говно ты бросаешь? Это парашюты, да? Ай, на меня приклеилась! Серега, на мне парашют твой. Нормально ходим, пойдет. Это, короче, бронежилет у этой марионетки. Теперь вы меня не пробьете. Серега, попробуй с пистика стрельнуть, взорвется или нет? Рикплей. Давай, иди на Димас. Выходите, сыкуны. А как открыть вашу калитку? Аллах от... Аллаху Акбар, давай. Где ты, Дима? Где ты? Вот я. А что на тебя тоже прицеплено? Ого! Это Аллах Акбар был. Кстати, не сильно взрывается, Серега. Не очень так сильно. А если побольше нацепить? А ну давай побольше, давай попробуем. Нацепли на меня, иди сюда. Цепляй на меня очень много штук. Я не боюсь. Давай. Буду подопытным кроликом. Пока не потянет. Так. Во. О, пойдет, мне нравится. Тяжеловато уже, холодное какое-то. Так это пластилин. Это вообще C4, что ли, получается? Да, C4. Парашюты, вот я умный человек. Че ты не пом... О, не, нормально. Так, давай еще. ФПС не падает. Так. Погоны тебе. Давай, погоны из C4, мне нравится.
Я не знал, что так можно делать. Можно вообще придумать какую-то идею классную. Можно машины взять в следующей серии и попробовать, сколько максимально можно на машину приклеить бомб. Все, думаю, а ну дай просто похожу с ними. Ого, я переносчик C4. Погрузчиком устроился. Давай, Серега, жахай. Алоха. Ого, это сразу трупейшн. Дима. На. Ты что тут делаешь у меня дома? Вот так будет с каждым. Ты смотри, они меня убивать могут, а я нет. Так надо, короче, запрятаться от них и взять какого-то классного челика. Так, ну чё, попробуйте меня найти и убить. Так, наблюдаем за Серегой. Так, так, так. Нет. Нет! Нет! Надо тебя убить, успеть! Отвали! Ты что делаешь? Я вот. Есть. Кстати, Серега, как-то слабо жах. О, нет, а бомба осталась? Я не успел уже. Ух ты, только не на рабочий стол. Вот это жахнуло. Кстати, знаешь, что хотел? Я хотел ее просто убить, эту бомбу. Но она убила меня, все по-честному. Все нормально. Так, мне этого мало еще надо. А кто у нас тут есть такой прикольный? Кого мы качали? О! Я Бенди позвал кента своего. Блин, то что они такие все какие-то длинноногие? Ну, кто там у нас? Бендюха пришел. Ты что там закрылся, зашкерился? Пустите меня. Я застрял, Серега, я могу вылезти реально. Что такое? Я не могу... А! Вы меня посорчами, что ли, выбили? А мне жизни не тратятся. Не понял. Что-то за звуки. А, спасибо, пацаны. Отлично. Все, Бенди свою миссию выполнил. Ионовая бомба. Я лучше спрячусь. Бум. Да, отнялись жизни, но не так много, как я думал. А ты смотри, что сейчас дальше будет. А, еще не все? Видишь дым? Да. Собирается. Ого, еще одна лист жизни. Нормально жахнул. Он этого аниматроника ничего не берет. А сколько хп у тебя в общем? 5 миллионов. А, 4 миллиона 900 с чем-то там. Ладно, тогда я возьму помощь. Бум, сразу кишки из жопы. Моментальная смерть, просто. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Сок Яблочный, Ари Киллер. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово, привет. Пацаны. Здорово, пацаны. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте FNAF 2. Я буду аниматроником, пацаны будут выживать. А, эта рубрика называется у нас «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Пацаны, ваша главная цель продержаться. Сейчас я засеку время. У нас будет ночь, 8 минут. Помните, да, парпа? Я же телепортироваться должен, да? Вот, кто в маске, не буду убивать, а кто без маски, убиваю. Я. Отлично. Будем находиться в подсобке. Да, в подсобке тоже не мочу. Все, я ушел. Пошел. Буду разными приходить. Так, мы еще ни разу не играли. Попробуем, что с этого получится. Они все же, да, так четко тпхаются? Некоторые криво. О, давайте попротив Фокси фонарик. О, кстати, давайте, будем по красоте сейчас отыгрывать. У нас еще есть вот такой вот. Он тпхается? Кто ты? Молчите, все молчите. Стоим на месте. Он не любит шум. Правильно, откуда ты знаешь? Я... У меня книги есть, я FNAF знаю весь. Ты книжки по FNAF читал? Да. Все пять. Ну, вот молодцы, ни одного шума не издали, вот молодцы. Там охранник дышит, я слышу, в маске. Ой, что за жопа. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, сейчас подождите, мы возьмем кого-то другого. Странно, что другие аниматроники стоят. О, давайте будем брать и безобидных. Безобидные тоже прикольные. Кликните на него, кликните, кликните, кликните. Ты кто такой? Уйди отсюда.
Какой так, я жизни не трачу. Все, я ухожу. Если вы будете так обижать аниматроника, я позову более жестче, злого. Так что вы зря. Потом он после себя кровавый понос какой-то оставил. Опа-па, я иду с музычкой. Мне нравится, что можно раздавать здесь на горизонте разные фишки делать. Давай-давай, лупаш. Вот это на лупаш, это нормально. Блин, страшно. А чё, нормально же играет, смотри как чат. А, всё. Так, он в маске. В маске, в маске, капхед не в маске. Я это вижу. Успел двери закрыть, просто успел. Ладно, ладно, ладно. Музычка нормально лупашит. Пришел с музыкой и ушел. Я не могу тпхаться за него. Играем, играем, играем. Кстати, анима. Чтобы спасти тебя так старый Бонни, нужно гитару спрятать. Так, я не могу, да? Сейчас, подождите, давайте подождем. И концовочка. Да, я не могу тпхаться. Блин, да, опять нажал. О! Хоп! Прикольная музычка, мне нравится. Он добрый и рок может лупашить. Опа-па. Песенка прикольная. Опа. А чё, вы его боитесь, что ли? Ты чё без маски? Я тебя убью сейчас. Давай. Надо идти уже. Я же свечу на тебя. Да ну блин. Або я тебя убью. Я не могу убивать почему-то. Ты чё, офигел? Ты меня... Вот так, значит, ты меня видел. Я с ними по-доброму, просто играю, веселюсь. Блин, это безобидное. Хорошо, хорошо. Чапка, да, немножко кофе. Ой, музыка наложилась, одна на другую. Я иду, пацаны, ждите. У меня нет как? Нет. Нет, нет, нет. Его как? Беги оттуда! Мыкался где-то. Так, куда откуда ты знаешь? Че ты читаешь мои мысли? Я вас сейчас поймаю все равно. Ах ты! Тень увидел. Кто меня обидел? Дурачок, что ли? Настроение как всегда отлично. Зря ты, зря. Ты же знаешь, ты вообще не на того нарвался. Я же очень могу быть злым аниматроником. Да, без монетки, а? Протонули. Да, монетку ты зря злишь меня. Как только вы начинаете меня мочить, я начинаю вас мочить. Бери монетку. Так, так. Нам так, явно так, это не выходит. Блин, надо взять какого-то аниматроника, который лазит по полам. Я слышал звук, нет. Уйди отсюда. Клет? Кстати, короче, пацаны, у меня что-то там в жопе застряло, не могу. Оно близ. Это что-то странно работает. Ты чего? А, вот так ты, значит, со мной, подлец. Я тебя спасти хотел. Все, твоя монетка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тикай, Димка. Давайте, убивайте этого же аниматроника. Если сможете. Темочка нужна. Отлично, первый пошел. Третий сидит, кто ли? Ты где? Ну-ка иди сюда. Он убил. Так, хорошо. А такого? Пусть я кровавый помню. Ты что, поменял что-то? Да, я другого взял. Которого будет вам очень сложно убить.
Слышь, выходи, кто там? Вот так ты со мной? Хорошо. Блин, пацаны, что такое со мной? Он на попу. Извини, обстоятельства. Иди отсюда. Я побежал. Разбейник. Нет. А, вот так, да? Хорошо. Вы меня злите опять, да? Хотите разозлить меня? Убить, а не разозлить. Охоту открываю на охранников. Я ему устал. Извини, обстоятельства. Вот так. Люди боятся вот он, охранить. Отлично. Эй, ты куда стреляешь? Эй, больно же! Ай! Слышь, твои пули аж рикошетят к вам туда-назад. А за что ты его убил? Так, пошел. Пацаны, осторожно, вдруг меня найдете. Вентиляция лезет. Ой-ой-ой, это было жестко, мне нравится. Где-то в толкане, что ли? Нет. Лучше, бери немножко лучше. Мочу мои монет. Осторожно. Поломаешь карту новую. Так, побежал. Ну куда ты бежишь от меня постоянно? Ой-ой-ой, монетка делает чудеса. Кому-то бошку прострелил. Я не вижу его. Пацаны, ладно, я вам подскажу, знаете, где я? Толкани. Нет, я в вашей подсобке. Где? В смысле? А он иди сюда. Слышь, ты что мне бомбу на морду приклеил? Двери закрой, а то холодно. Так. Что он будет делать? Блин, а что, двери простреливают? А, двери не простреливают. На. Мочи. Разбийник. И хитрый за что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.